Всем привет! Известный американский стилист Рэйчел Зоуи однажды сказала: «Стиль – это способ сказать, кто ты есть, без слов». И действительно, достаточно переступить порог, и сразу станет понятно, хотите ли вы быть сегодня в центре внимания, или же наоборот, остаться незамеченными. В общем-то, ничего плохого в этом нет. Каждый имеет право на свое мнение. Плохо, когда одежда это мнение не выражает. В эфире программа «Королевы в стиле», и сегодня мы станем твоим гидом в мир моды. Маша, привет! Здравствуйте! Как твое настроение? Отлично! Расскажи мне немножечко о себе. Чем ты занимаешься, чем увлекаешься? Я увлекаюсь рисованием, а также занимаюсь иностранными языками. А какими языками ты занимаешься? Английским и немецким. Я бы хотела когда-нибудь поехать в Лондон и свозить вместе с собой бабушку. Бабушка очень хочет туда поехать, и поэтому я учу английский. Какая ты молодец, Маша! А немецкий? Немецкий он сам по себе мне нравится, потому что он довольно простой, ну, на мой взгляд. И также я очень часто езжу в Германию к своим друзьям. Маш, скажи, а что тебя привело на нашу передачу? Почему ты решила поучаствовать? Я хочу убедиться в том, что я делаю все правильно. Я отличница и не люблю ошибаться. То есть ты перфекционистка? Можно сказать и так. Но знаешь, Маша, не обязательно все делать идеально, ведь когда ты делаешь все идеально, нет возможности научиться чему-то новому. А через ошибки ты можешь постичь какую-то новую для себя истину. Возможно, но я бы сегодня не хотела их совершать. Маша, я не обещаю, что наш стилист похвалит тебя во всем, но точно расскажет правду о твоем гардеробе. Ты готова? Да. Поехали. Ну что, давайте знакомиться. Это Маша, а это Катя. Катя – стилист и имиджмейкер, а Маша – перфекционист. Привет, Маша – перфекционист. Здравствуйте. Расскажи, а почему тебя называют перфекционистом? Так необычно? Я просто хочу, чтобы все было хорошо, идеально. Ой, ну я хочу сказать, что, конечно, быть перфекционистом в одежде – это не очень современно сейчас. Сейчас, наоборот, очень интересно, чтобы в гардеробе была какая-то своя изюминка и индивидуальность. Поэтому, я даже не знаю, мне кажется, в данном случае это не очень хорошо. Интереснее, чтобы у тебя было что-то не как у всех. По-другому, ломать стереотипы, ломать правила. А ты что думаешь, Даш? А я думаю, что пора, Маша, рассказать о своем гардеробе. У тебя здесь юбка, брюки, рубашка и все, голубой, розовый, голубой, розовый. Это твои любимые цвета? Ну, с одной стороны, да, но просто они очень хорошо сочетаются между собой. И мне нравится такая цветовая гамма. А кроме этого, ты что-то носишь? Наверное, еще фиолетовый. Еще фиолетовый, понятно. В общем, одна цветовая палитра. Но мы сегодня с тобой абсолютно точно сочетаемся. Дашь брюки поносить? Да. Договорились. Хорошо. Маш, а куда ты любишь ходить в свободное время? Я очень люблю театр. Мне кажется, это интересное место. Какая молодец. Покажешь нам, какой наряд тебе, ты считаешь, подходит идеально для театра? Вот эти два. Маш, а вообще ты какой стиль предпочитаешь? Потому что ты одета сегодня в спортивный костюм, а здесь висят и нарядные платья, и кэжуал. Что тебе больше всего нравится? У меня нет любимого стиля, но главное, чтобы одежда была удобной и красивой, и чтобы все было идеально. Ну, самый настоящий перфекционист, что ты скажешь? Угу, это интересно. Ну, у меня есть некоторые свои комментарии по поводу твоего гардероба, которые я озвучу чуть позже. Ну что, Маш, отправляйся переодеваться, и мы ждем твой первый выход. Отлично выглядишь. Скажи, пожалуйста, а куда ты обычно так ходишь? Обычно либо в гости, либо погулять с кем-то. Угу. Ну, хороший наряд. А что скажет Катя? Я хочу сказать, что, конечно, Маш, у тебя очень много в твоем гардеробе розового цвета. И я уже поняла, что ты очень любишь сочетать его с синим и с голубым цветом. Потому что, конечно, с синими джинсами можно практически любую вещь сочетать, и все будет смотреться нормально. А хочется, чтобы это было не нормально и необычно, а чтобы именно необычно было, да, чтобы какая-то была изюминка. Кать, скажи, а розовый вообще в моде в этом сезоне? Вообще нельзя сказать, что в моде какой-то определенный цвет. В моде всегда определенный оттенок цвета. И ежегодно Институт Пантон публикует палитру цветов, которые будут
в моде в следующем сезоне. Сейчас в моде оттенок розового, который называется крем де пеш. Это более разбеленный розовый оттенок красного. Получается, он практически сливается с белым цветом. У тебя все-таки более яркие оттенки розового. Но это, в принципе, понятно, поскольку все девочки, мне кажется, любят розовый цвет. Но даже наша Даша, посмотри. Да, но Даша как раз молодец в том плане, что у нее очень обычно сочетается розовый с черным цветом. Какие-то нетривиальные сочетания цветов с розовым будут смотреться интересно. И мы тебе сегодня продемонстрируем, как это может сочетаться именно с твоим свитшотом. Ну что ж, Маш, отправляйся, мы ждем твой второй образ. Куда ты так ходишь? В театр. А скажи, этот бантик — это комплект к платью твоему или ты сама подбирала? Этот бантик мне случайно подарили, и так оказалось, что он так подходит к этому платью, что теперь я ношу его вместе с ним. Ну, кстати, по цвету сочетается. Катя, а ты что скажешь? Маш, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Мне 10. Мне кажется, ты уже достаточно большая девочка, чтобы носить такой бантик. Давай-ка мы с тебя его снимем. Посмотри в зеркало сейчас. Мне кажется, что так гораздо лучше, да? Что ты думаешь? А мне кажется, отличный бантик. И к платью он подходил, и Маша очень шел. Возьми его себе. Спасибо большое. У меня, кстати, под куртку идеально. Спасибо. Маш, ну что, давай, твой третий образ. Переодевайся. Я не стилист и вижу ошибку. Скажи мне, пожалуйста, куда ты обычно так ходишь? Обычно на прогулку. На прогулку. Хорошо, теперь экспертное мнение Кати. Что-то в этом образе не так. Ну, во-первых, достаточно странно, что все-таки у тебя здесь надеты белые носочки или колготки в сочетании с балетками. По цвету все сочетается, но все-таки лучше здесь было вообще отказаться от колготок. А сам по себе лонгслив твой мне очень нравится. Он хоть и выглядит, как будто он тебе великоват, на самом деле сейчас это очень модно, в тренде. Некоторый такой вот хулиганский стиль. Но этот хулиганский стиль нужно и подчеркнуть в своем образе. То есть дополнить его не девчачьими вещами, а может быть какую-то вот грубости немножко добавить, да? Кать, а что насчет тренда, когда обувь может сочетаться с колготками? Маша именно это и сделала, а ты говоришь, что так не подходит. Почему? Это будет хорошо выигрышно смотреться, если у нас, например, сочетание юбки, колготки и какая-либо обувь. В данном случае, в принципе, под брюки, под джинсы не рекомендуется поддевать колготки. Кроме того, балетки слишком открытые, слишком много здесь видно носочки. Маш, мне кажется, мы уже совсем запутались в этих модных трендах. Наверное, тебе стоит отправиться с Катей и преобразиться. Ну, пойду исправлять ошибки. Итак, встречаем. Маша в образе от стилиста Кати. Маша, выходи. Сразу видно, над тобой поработал профессионал. Нравится самой? Мне очень нравится. Ты узнаешь свой лонгслив? Это вот эта вот верхняя часть. Кать, скажи, пожалуйста, вот опять белые колготки, белая обувь, но так можно получается? Да, вот в данном случае как раз у нас получается все вполне гармонично. Сама подкладка юбки, сама юбка, она такого голубовато-разбеленного цвета. То есть в голубом цвете присутствует достаточно много белого цвета. Плюс тут прозрачная юбка, поэтому видны ноги. И то, что они уже в белых колготках, то все смотрится уже более гармонично. Плюс образ дополняют достаточно тяжелые, но все-таки белые сапожки, чтобы не сломать весь этот немножко, скажем так, эльфийский нежный образ, который есть у Маши. И мне хотелось его дополнить вот такими деталями. Я дополнила его бомбером от Choupette и вот такой замечательной юбкой-пачкой. И рюкзачок, мне кажется, тоже прекрасно сюда подходит за счет того, что у тебя и рисунок на твоем лонгсливе как раз тоже серебряного цвета. А как ты думаешь, куда так можно пойти? Куда бы ты так отправилась? Гулять. Гулять с подружками.
И... Мне кажется, будет хорошо со мной на показ отправиться. Не хочешь так? Да, но мне кажется, что лучше пойти по магазинам в таком образе. Зачем тебе ходить по магазинам? Посмотри, какой крутой образ. Мне кажется, в такой одежде уже ничего не нужно докупать. Скажи, пожалуйста, а ты как перфекционист, как относишься к тому, что здесь сочетаются и цветочки, и какой-то рисунок, и серебро, и золото? Мне кажется, так можно носить, потому что это удобно и, самое главное, красиво. Очень красиво. Мне очень нравится этот образ. Катя, большое спасибо. Маш, с нетерпением жду следующего образа. Отправляйся переодеваться. Хорошо. Маша, какая же ты крутая. Супер образы, но этот вне всяких комментариев. Тебе самой нравится, как ты выглядишь? Да, мне очень нравится. Ты очень крутая. Мне кажется, этот стиль называется гранж, верно? Да, все верно. Я хочу сказать, что наша девочка-перфекционист, которая привыкла быть девочкой-припевочкой, в данном случае перевоплотилась в такой немножко хулиганский стиль, который пришел как раз к нам с идеей о некоторой неряшливости, да, очень вписался в Машин образ. А, кстати, рубашка мужская или женская? Да, действительно, этот образ нам напоминает немножко такой пацанский стиль, и рубашка пришла к нам как элемент мужского гардероба. Поэтому вообще, в принципе, будет очень круто, если ты в свой гардероб добавишь не только нежных каких-то розовых пастельных оттенков, а вот такие немножечко, я бы сказала, даже брутальные вещи. И сейчас, в принципе, в тренде зайти в отдел для мальчиков и подобрать себе что-то оттуда. Тот же свитшот, толстовку, на пару размеров больше. Ты как худая девочка, тебе будет очень круто, это подчеркнет твоя хрупкость, твою нежность и будет смотреться очень классно. Мне кажется, вот это как раз тот случай, когда можно нарушать все законы. Маш, как ты думаешь, куда можно пойти в таком наряде? Ну, я даже не знаю, потому что оно такое необычное и не для меня. Тебе очень к лицу этот образ. Кстати, я знаю, ты занимаешься танцами. Да, это правда. Да? А какое танцевальное направление? Хип-хоп. Мне кажется, вот так точно можно пойти на тренировку, и ты будешь звездой. Придешь, на тебя точно все обратят внимание. Веришь мне? Да. Давай попробуем в следующий раз так отправиться на тренировку, да? Обязательно. Ну что ж, и следующий образ. Ждем тебя в студии. Переодевайся. Маш, а тебе самой нравится такой образ? Мне, да. Ну, мне кажется, ты можешь сама догадаться, куда можно пойти в этом образе, да? В этом образе можно пойти в театр. А скажи, пожалуйста, вот здесь какой-то такой воротник необычный. Это тоже тренд сезона? Между прочим, это горжетка. Да, несмотря на то, что это достаточно классический, даже я бы сказала, старомодная часть образа, но она получается очень яркой на самом деле и трендовой за счет того, что здесь использован не, во-первых, не натуральный мех, а экологичный, а во-вторых, он цветной, что тоже является таким прям вот писком сезона. Маша, расскажи о своих впечатлениях. Мне очень понравилось. И оказывается, что совершать ошибки совсем не страшно. Какой правильный вывод ты сделала, умничка. Ну а у нас для тебя есть еще один небольшой сюрприз. Такое замечательное платье от нашего спонсора Choupette. Я уверена, что теперь тебе будет в чем пойти не только в театр, но и, например, на вечеринку. А к этому красивому платью есть прекрасное дополнение – туфельки. Спасибо вам большое. Маш, ну я очень была рада с тобой познакомиться и надеюсь, что мои советы помогут тебе в дальнейшем составлять интересные образы. Маша, беги скорее переодеваться. Мы ждем тебя на финальном дефиле. Ну а нам пора прощаться. Это была передача «Королевы стиля». До новых встреч в эфире.